С вами Алена Полынь. Сегодня такой день энергетически мощный, и самое время, конечно же, поработать и обязательно сердцем. Тем, кто очень яро реагирует на части тела животных, не ест мясо и, соответственно, не может видеть его, тем не смотреть данное видео, конечно же, потому что у вас будет негатив сильный. Я мясо тоже не ем, но использую части тела животных для чисток и так далее. Я не убиваю животных, это для общества зеленых. Это купленные в магазине сердца. Сердца индейки в данном случае не куриные, сердца индейки, они достаточно крупные. Вы это можете видеть. Мы будем на них сводить сердечные переживания и тоску. Сразу хочу объяснить, что большое количество заболеваний сердца связано с тем, что человек именно тоскует, тоскует по кому-то, тоскует по чему-то даже, да, вот такие моменты. Тоска сердечная – это такая история, да? Очень много историй, когда человек в сердце как бы зажимает какую-то боль или кручину. И это в дальнейшем физиологически переходит в какие-то уже реальные боли и проблемы с сердцем. И поэтому, конечно же, чистка не избавляет вас от ситуации посещения врача, кардиолога, там, лечения сердца и так далее. Но чистка помогает поддерживать ваше сердце в чистоте, чтобы энергетически не было каких-то тяжелых, да, тягот на сердце. Ну и, конечно же, энергетически освобождает сердце именно от тех наплывов, тех негативов, которые, собственно, вы могли получить в течение там какого-то срока. Как часто, меня спрашивают, можно делать такие чистки? Я не знаю, какие у вас переживания, насколько они мощные. Если у вас постоянные переживания, ежедневные, какая-то ситуация такая, что вы внутри себя постоянно зажимаете в сердце что-то, это можно делать ежедневно. Если это не постоянная ситуация, а вот когда-то вы переживали, это тянется, да, то это можно делать там раз в месяц. Ну, вообще, как просто профилактическую чистку, так скажем. Так. Да, еще повторюсь, меня спрашивают, что вот, а куда потом девать сердце? Вам не нужно никакого сердца. Вы работаете по видео «Сердце у меня». Напрямую с сердцем и так далее, это работают, ну, мастера под моим наблюдением и так далее. Вы сейчас что делаете? Вы сейчас просто смотрите видео. Сейчас я все подготовлю. Руки-ноги не скрещиваете. В области сердца, внимание, это очень важно, чтобы ничего не было сдавлено. То есть, если у вас сейчас в области сердца бюстгальтер, да, железо, обращаю ваше внимание для тех, кто носит амулеты в области сердца, то сейчас это нужно снять, потому что мы не сможем полноценно почиститься. Все, подготовьте, пожалуйста. О, как у меня свеча тут реагирует. Сейчас я ее тут готовлю. Она прямо реагирует. Даже в скрутку входит неровно. Первый раз такое у меня. Одна прям заломалась. Ну, тут, конечно же, проецируются и мои истории какие-то жизненные, да. Я тоже очень сердечный. Есть такой сердечный человек. Я сердечный человек, я очень за всех переживаю. Опа-на, даже карта прыгнула у меня. Ну, все, успокойся, пожалуйста. Так, чувствую я сегодня, мы... Пойдет у нас очень даже не это. Не по простой истории. Очень не по простой. Я уже тут на штаны накапала свечу воском. Одна заломалась свеча, я ее убрала. Эта скрутка пошла неровно, это показательно очень. И гореть, видите, не хочет. Когда какие-то такие колки энергии, вот такая вот история возникает. Ай, гореть, говорю, видите, не хочет, вам там не видно.
Телефон стоит так. Я же великий блогер. Ну хорошо, молодцы мои хорошие, разгорелись. Так, настроились, запомнили, да, мы сняли все, бюстгальтеры мы сняли, если есть на области именно сердца украшения какие-то. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите с сердец живых боли, коли тоска кручина. Какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Блин, хреначит прям, по-другому не назвать, здесь только жаргонным словом. Не аккуратненько как-то, нежненько, а прямо хреначит энергия. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет. Вон уйдет. Сойдите с сердец живых, боли, коли, тоска, кручина. Какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло. Вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон и уйдет. Сойдите с сердец живых боли, коли тоска, кручина. Какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки, сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все то, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите, сердец живых, боли, коли, тоска, кручина, какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки, сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите с сердец живых, боли, коли, тоска, кручина, какая бы ни была причина, все тяготы, все горечки сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите с сердец живых, боли, коли, тоска, кручина, какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки, сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите с сердец живых, боли, коли, тоска, кручина, какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите с сердец живых, боли, коли, тоска, кручина, какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило, от моих людей вон пошло, вон. Все, что в сердце ныло, свербело, болело, все, что тоской в сердце сидело, сердец живых на сердца мертвые сойдет, вон уйдет. Сойдите с сердец живых, боли, коли, тоска, кручина, какая бы ни была причина, все тяготы, все горюшки сердец живых снимаю, освобождаю. Все, что от зла пришло, все, что как зло жило от моих людей, вон пошло, вон. Так, что хочу сказать? Еще раз, внимательно, пожалуйста. Это очищение сердца от тягот, тоски, кручины. Это не снимает заболевание сердца. Поэтому, если есть какие-то проблемы,
кардиологу обязательно сходите. Первое. Значит, второе. По поводу благодарности за ритуал. Благодарность любая в той сумме, в которой вы сами решите, переводится на карточку. Пожалуйста, обратите внимание, как пометить перевод. Потому что у меня учет идет денежных средств, в отличие от всех, кто находится в интернете, кто собирает деньги на карточку и не платит налоги. Я плачу с этой суммы налоги. Поэтому с этой карточки я деньги перечисляю на юридический свой счет, откуда и плачу налоги. Это важный момент. Пожалуйста, будьте внимательны. И еще очень важный момент. Пожалуйста, заостряю на нем внимание. Все покупки на сайтах совершаются через сайты, не через эту карточку. Через сайты. Потому что если вы делаете это через карточку, мне приходится, во-первых, путается учет. Во-вторых, да, я плачу те же налоги, но при этом возникает огромное количество путаницы, и при переводе я тоже еще теряю деньги. Потому что даже со счета на счет я еще дополнительно теряю деньги. Поэтому давайте будем внимательны и уважительны друг к другу. Покупки, которые происходят на сайтах, они происходят на сайтах. Здесь эта карточка для благодарности. То, что я с нее плачу налоги, это мое решение. Да? То есть вот таким вот образом. Следующий момент. Кто такие мои люди? Меня очень часто это спрашивают. Кто ваши люди? Кого вы называете мои люди? Все, кто меня смотрит, слушает, доверяет мне, это мои люди. Да? Это нормальное, естественное восприятие ведьмы. Ведьма – это ведущая мать. Поэтому ко мне часто обращаются мать, матушка и так далее. Это не связано с какими-то там сектантскими, религиозными, мировоззренческими какими-то моментами. Это связано с тем, что ведьма в русском языке имеет единственное значение – ведущая мать. И поэтому ко мне могут обращаться матушка или мать. Это первое. Второе. Это уже не второе, там третье или четвертое. И еще важный момент. Если вы хотите почиститься как следует, да, сердце, кручина у вас какая-то, тоска на сердце, лучше делать несколько раз, не за один раз. И еще меня спрашивают, избавляет ли чистка онлайн там, от всего на свете, не надо ли тогда индивидуально, может быть, не нужно чиститься. Индивидуальные чистки от порчи, от негатива, даже от сглаза, они показаны в принципе всем. Это такой дар, который вы можете, вот то, что сейчас вы на видео видите, использовать для себя постоянно в помощь, да, себе, не обращаясь к специалисту каждый день, да. Но специалист есть специалист, да, то есть если вы, как в электрике, да, купили розетку и можете сами прокрутить, замечательно. Но когда внутри проводки что-то где-то произошло, то это все равно вы вызываете специалиста. Тут вам видео в помощь. Все, как чистку сделайте, попить водички. Стаканчик неторопливо, ну, то есть не быстро заглотить, да, неторопливо попить стаканчик водички. Показано в питании сегодня курага. Очень хорошо показана курага, она отлично успокаивает сердце, и топленое молочко с инжиром. Кто-то знает, как делать топленое молочко с инжиром? Пару инжира, ну, выливаете топленое молочко в кастрюльку, 0,5 где-то, да, ну, считайте, вылили. 3-4 инжиринки туда. Прокипятить, главное, чтобы не убежало, успеть, да, выключить, стоять над ним. Прокипятить, горяченькое, пусть постоит, когда остынет до комнатной температуры, и пейте, скушая инжир, очень вкусная историю. Можете посмотреть в интернете, может быть, какой-то есть более интересный с этим рецепт. Я по рецепту, как моя мама делала. Потеет у меня этот... что-то у меня двигается, прям телефон на свечу, смотрите. Я его не трогаю, мои руки вот... Видите, оно как бы сам реагирует на огонь, видимо. Вот, ну все. До новых встреч, чтобы у вас все было хорошо. Будьте счастливы.